походу. У меня взошли абрикосы, ого, 90%, вишни 100%. Яблони, груши 90%, пока только из слив взошли 2 штуки. Продолжаю ждать. Ну, ждите. Дело в чем, когда... Главная ошибка, это когда передерживают в холодильниках. На улице весна, и кто, когда, я не могу понять, это же массовое явление. Даже у моих, этих, не все же, я высылаю там 10 роликов, кто-то же ни одного не смотрит. Лежит в холодильнике, он уже знает, в холодильнике начинают сходить. Покопался, взошло 2 здесь, там из 20, посадил. Еще одна взошла, посадил, потом хоровод, остальные не всходят. Они уже вместе должны расти на свежем воздухе. Они должны поливать. Вы знаете, как интересно? Это общее замечание, которое никакого открытия. Миллион человек скажет, да так оно есть. Вот. Всю весну нет дождей, нет дождей, нет дождей. Вот. Морковка не растет, свекла не растет. Не растет, но это плохо, но это только дождь, все оживает. А почему холодильники держат до мая? И находятся до июня, все ждут. Вот. И ведь так какое-то массовое явление, как будто кто-то когда-то научил. Вот. И вот получается, что сливы две штуки взошло, продолжаю ждать. Возможно, не дождется. Все-таки июнь. Но погибнуть вряд ли. Интересно сейчас у Сергея. Уж такая была дружная схожесть. Нет, смотришь, грядка чистая, да, весна. Лезут еще те, которые годом раньше-то не взошли, прошлой весной. Так, ну, будем надеяться. Ну, уже абрикосы, вишни, груши явно не взошли. Ну, сад состоялся. Так, вчера получил новую книгу. Замечательное здание, буду читать, наслаждаться. Впереди расстояние 2-4 сотых круга. Книг у меня 3. Первая с Кордиумом больше... Не того мы уровня, чтобы от нас зависело издание книги Железов-Курдюмов. 10 тысяч разошлось, и уже самое странное, самое обидное для меня, Курдюмов сказал, она действительно же, эта книга была в основе и легла моя рукопись. Так, ну и те самые открытия, которые мы с вами уже всю зиму повторяем, там, как бы сказать, разжевываем. Вот, и он сказал, это открытие, это будет сенсация, это будет переворот науки. Переворот, ага. Вот. Вон переворот совершает Платонова с этой, с Ганечкиной. Последние деревья научили уничтожать. Ведь никто не задается вопросом. Саженцев миллионы бесконечно, все рынки, все забито саженцами. А в садах нет ничего. Черешни миллионами продают, колновидные яблони миллионами. Где яблоки у людей, кроме этих, опять же, узбекских? Вот. Груши, абрикосы, все продают миллионами, нету ничего. И никому в голову не приходит. Хотя бы лавочку закрыть эту подлую. Так. А то, что растет, все равно надо убить. Нормально убить. Как это, не ветки, 9 типа веток, только это насчитало. Тимирязевка, 9 типа веток ненужных дерева. 9! Так, опять я завелся. Ну, про книги понятно. Сейчас вышла книга, уже в какой-то степени люди разобрали книгу. Это «Северный сад. Сотворение чуда». И последняя книга «Записки зачарованного сибирского садовода». Вот если по ней вот так вот изучать, да? Не изучать, а просто читать. Это же записки. Вот. Конечно, она должна бы претендовать там, на государственную премию, там, на какую-нибудь эту букера-пукера, но дело в том, что этого никогда не случится. Хотя, представляете, скучнейшая материя, а как я рассказываю об этом? Ведь меня же этот Щедрин, как, господи, этот самый Ребрик сравнил. Представляете, Родионов Щедрином сравнил. Родион Щедрин классик, а меня классиком еще лет 100 ждать. А дело не в этом, классики нет, и дело не в моих обидах. Дело в том, что вот так вот раз, рассказал про это, Что я видел, то, что это самое. Вот ветки ломают деревья пересаженные, а которые сами выросли, не ломают.
Ну, естественно, появляется постулат, что это надо садить на постоянное место и оставлять лучшее из лучших. Казалось бы, дураку понятно. Нет, злобный окрик. Как садили, как пересаживали, так и будем. Что тебе дает? Что ты людям-то не даешь-то вырастить на месте? Но если ты так считаешь, что пересадка благо, ну и оставайся своим мнением. Вот. Ну, опять я завелся. Да это во мне обиды лезут. Вот. Книг никто не покупает. Вон в такой комнате лежат. Зашло несколько уссурийских груш, ваш семечек. Ростки какого-то красноватого цвета. Так должно быть или не хватает. Дело в том, что... Рассказывал. Я могу предположить. Это, я не знаю, может, начало гибели. Дело в том, что красноватые цвета бывают в верхушке у абрикосов. Многие принимают за болезнь. Это самое здоровое абрикосовое дерево, только уже гибридное. Уссурийские груши, я не говорю, что они гибридные. То есть, нет, не так. Уссурийские груши тоже гибридные стали. Вот. Я их беру с дерева, к которому подойти страшно. Иголками так, примерно как у ежа. Да еще острее. Знаете, как они колят? Зараза. А уже у их семечки и груши мелкие, невкусные, абсолютно несъедобные. Вот. Но уже у них могут быть гибридные дети. То есть дети – это плод. Плод – это ребенок. У них могут быть гибридные дети. Вот. Во-первых. А, то есть не так. У меня семечко уже гибридное. И вы ее когда выращиваете, а черт его знает, что там за красноватый цвет. Рядом, допустим, это самое, другие сорта. Раз. И второе, значит, когда приходит осень, я показывал, а ярко-красного цвета становится листья, которые, я еще говорил, какая она красивая, надо бы показать, но я долго искать. Вот. Она настолько декоративно красного цвета листики осенью, вот. А так у меня они, допустим, зеленые. Какие будут у вас, посмотрим. Наоборот, вы мне потом расскажете, чем это кончится. Так, Елена Савинич. Савинич – это моя главная надежда на сегодняшний день. Вот. Это Красноярский агро-университет, по-моему. Аграрный университет. Это значит, что добилась пройти... Это вообще сенсация. Произошла практика у Железова. Вот, бывшего фермера, так сказать, с погоревшим садом промышленным. Вот. Ну, что из этого получится? Ну, надеюсь, признает эту самую ее производственную практику. Так, теперь. Получил от вас сухие семена, когда закладывать нацификацию, как хранить нацификацию. Да, ну это означает так. Я продолжаю высылать сухие семена урожай прошлого года. Значит, стеклянная баночка. Так. Значит, и крышечка плотная. Закрываете и в холодильник. Обычный самый холодильник, и не бойтесь, что что-то случится. Время от времени открываете, может, раз в 10 дней. Встряхнули и снова закрыли. Вот. И так до осени или до Нового года, образно, до Нового года, там, поточнее. Или до весны. Вот. Кто уже как исхитрится. Вот. Есть люди, принципиально не сертифицируют и говорят, у нас все всходит. Раз. Есть люди, которые говорят, у нас это весной сухие прям садят. Ну, может быть, промокшие или как сказать, намоченные, замоченные. Или садят осенью, перед зимой. Вот. Схожесть бывает от 0 до 100, не угадать. Я примеры приводил. Или нормальная сертификация по Железову. Но каждый год несколько человек пишет, не то, чтобы все не взошло, а то взошло, а то не взошло, а то взошло, а то не взошло. Вот, вот тут. А дальше я рассказываю, как анекдот, вы, наверное, слышали этот анекдот. Едут наши с этого, с выставки международной, представили два сорта вина. Ну, дальше вы помните, за один сорт получили золотую медаль, а второй сказали, это дерьмо было. Вот, они едут, это самое, и удивляются, говорят, с одной бочки наливали, а вот, так что
Мне также, вот, допустим, та дама, которая вот написала сегодня горькое письмо для меня, вот, все с одного мешка. У кого-то видели, я же не выдумываю эти письма. У кого-то 90-100%. А ей придется деньги возвращать. Жалко, честно говоря. Так. Яблони отсыхают ветки одна за другой. Яблони для 40. Ого. Но внизу толстых веток стали расти молодые побеги. Что делать? Обрезать сухие ветки в надежде, что из молодых повернут ветки замещения, и дерево сохранится. Нет, это самое, целиком ветки не отрезать. А, ну сухие ветки можете отрезать. То, кто мешает, пожалуйста. Вот. Дело в том, что я, не видя фотографии, не могу конкретно сказать. Это бывает так напишут, а потом в голове картинка, а на самом-то деле все наоборот. Придет фотография, тогда отвечу. Ну что, друзья, хватит вам голову морочить. Да? Вот. Дальше, как в этом, в Запорожской сечи. Вот. Горилку пьешь, в Бога веруешь, проходи. Это шутка, я не пьющий. Так. Ну что, наверное, Бога веруешь. До свидания, друзья. Спокойной ночи.